Котик скажет мяу, а енотик скажет... Я не мужчина! Большая любовь. Больше, больше, еще больше любви, ибо только она имеет значение в этой жизни, по большому счету. Денис передает привет своей любимой женщине Валерии Альбертовне. Люблю тебя, кролик мой. Плюс 7 900 255 103 0. WhatsApp, что за бред? Еще раз напомню, не забывайте подписывать свои сообщения. Я понимаю, что вы как-то отправляете, забываете, но это важно. Подписывайте, пожалуйста. И, конечно, пишите имена тех, кого вы поздравляете или приветствуете. Шансон, прошу поздравить мою дочку Ксюшу с днем рождения. Ей сегодня 8 лет. Следующее послание. Привет Никите Игоревичу и Денису Сухачеву. Желаю им легкой смены на заводе и крепкого здоровья от Никиты Громова. Это сообщение. А дальше у нас поздравление с днем рождения. Любимую мамочку Быкову Светлану поздравляем с днем рождения. Крепкого здоровья желаем, безграничного счастья и бесконечного исполнения желаний. Прямо сейчас в программе «На заводе, да, сука?» для вас. А как там, кстати, на заводе завочане? Эй! Соткнись. Иди на поперона. Дениса и Алину Петровых с рождением сыночка Богдана от Саши. Это поздравление. Поздравляю всех нас с новым человеком. И будьте, пожалуйста, здоровы. Любви вам, счастья и мира, конечно. Прекрасной дороги любимый Валерий Жмышенко желает пожелания от Дуба-Дуба. Взаимный привет тоже прилетел уже. Так, следующее. Внук Богдана и его мама Алина передают огромный привет своему дедушке Валерию. Желаем огромного здоровья и счастья. Вот не можем к тебе приехать, но передаем самые теплые пожелания. У него сегодня день рождения, ему 54 года. Какой молодой дедушка-то у вас. Да. Еще прям ого. Привет Байдиковой Людмиле, которая сейчас в больнице. Скорейшего ей выздоровления, а также ее мужу. Очень важная информация. Ну все, дед, я вернулся. В сауне был со шлюхой. Да, блядь! По отчеству. И ее мужу Владу Галакасу. Вот. Передайте Владу, что Ролинка хочет себе новые туфли. Да, это важно. Сережа Мичурин передает привет Алику Тюлякбаеву. А вот Сергей Трофимов-то мы уже послушали, ребят. Привет своему любимому брату Денису Сухачеву из Самары передает Алексей. Желаю удачной рыбалки и хорошего настроения. Твой братик Алексей. Следующее послание. Хочу передать привет своей любимой сестренке Ике. У нее такое имя настоящее. Ика, очень тебя люблю, безумно рада, что ты у меня есть. Твоя старшая сестра Наталья. Владимир Семенович Высоцкий из песни «Лирическая» в программе. Пропусти, что там про Ральку? Для всех нас. Что там про Ральку было? И нашему деду Валерию Альбертовичу из Самары от Юли. Надеюсь, Юля, ваши приветы дошли до адресатов. Так, любимой Алине, нашему сыну Богдану из Самары. Снова Самара, смотрите-ка. Будь счастлива, это Алине. До скорой встречи, твой рокер. Рокер, ну вы уж не откладываете встречу-то. Вот сообщение похоже на шифровку. Передаю весточку пожилой скумбрии Жмышенко Валерию. Серьезность ему сейчас точно не помешает. Дуба-дуб. Дуба-дуб – это подпись Валерии. Я не знаю, помешает вам серьезность или нет, но пусть все будет. Пусть будет все, что вам сейчас необходимо. Стол заказов. Спасибо. Спасибо, дебилы. Сегодня самые популярные два слова у меня в сообщениях. Это Валера и дедушка. Я буду считать, знаете, что это все разные. Валеры и дедушки. Вот, пожалуйста, Ян Минский. Дедушке Валерию Жмышенко. Он сейчас воюет на фронте, слушает ваше радио. Привет, деда! Георгий передает привет дедушке Валерии. Быстрее поправляйся после операции, пишет. Хорошо. Привет дедушке Валерии из Самары от его единственной внучки Юли из Германии. Дед, всех благ. С днем рождения. Юля, Германия. Добрый вечер, Никита. Оп, сменили тему. Добрый вечер Никите, юристу из Москвы. Желаем ему приятного отдыха. Ну, если Никита отдыхает, то пусть ему и правда будет приятно. Это стол заказов. Пишите, что смогу, прочту. Привет вокалистке Алине от самарской рок-группы 54-й лепесток. Алина, твой голос бомба, пишет вам Алина Вячеслав. Нет, вру, Владислав пишет вам это Алина. Хотелось бы услышать голос бомба. Привет семье Сахаровых, Богдану Сахарову и его брату Дани. Или Сахарову передали. Привет. Ой-ой-ой-ой. Передать привет и поздравления хорошему брату и стримеру по игре Lion Age Дениске Кроликову. Ему исполнилось сегодня 30 лет. Ну, с 30-летием, дорогой Дениска, и пусть ваши Денискины стримы не увядают. Стол заказов.
ебать, я уже ебался от такой хуйни. Как оплачивать мобильную связь?